И всем привет, с вами Бантерфлаг, и я нахожусь в доме, квартире моей подруги. У меня есть моя. Ладно, у нее есть тоже канал на ютубе. Хотите, подписывайтесь. Я не скажу, как называется, и вы не подпишетесь. Или сказать. Мульт, и как там, мульт ТВ. Мы с большой, ты с большой. Ладно. Это будет весело, потому что мы сейчас пойдем гулять. Это мы уже второй раз гуляем. С 7 до 3, и сейчас будем дальше. Это будет жесть. Ладно. Я хочу посмотреть. Так. Вообще. Что ты ешь? Что ты ешь? Сначала издалека похоже на дерьмо. Я покажу сейчас ее комнату, потому что мне так кажется. Вот ее комната, компьютер. Там она редактирует свои видео. Да? Ну давай я лицо покажу. Твое. Ладно? Привет. Ее зовут Мария Новикова. Найдите ее в ВК. У меня в друзьях у Алексея Греца. Да. У меня фотка там, где... Я и забыл, какая у меня фотка. Я сегодня заходила, и я забыл. У нее фотка мопс. Можешь вырежешь что-то, привет? Нет, мопса. Ну и вот. Такой взгляд. Упорство. Ладно, продолжаем. Это должно быть короткое видео, как я рассказываю, что мы делаем, что будем делать, да? Как у тебя дела? А? Нормально, молодец. Пожрала и идем гулять, да? Да. В Кольцово сейчас 4:46. Это значит, уже скоро будет, короче, 5. Да, именно 5 будет. Это вообще здорово. Зашибись. Вообще кайф по кайфу, не кайф. Меня радует то, что у меня уже целых 4 подписчика. Это за месяц, это вообще набрать... Так, рот закрой. Меня тут заперли. Лёша, ну стой, меня жди. Ну, давай быстрее, я пока порассказываю, сколько мне лет. Мне уже исполнилось целых 12. 11. 12. 11. 12. 11. У меня было день рождения, у тебя тоже... Ему 11 лет, 11 ему! Ей тоже исполнилось 12, кстати, да? Надеюсь. Тебе в 31 мая исполнилось, у меня 28 мая, марта исполнилось. Так что мы переходим в 6 класс. Я буду плакать. Хватит жрать, пошли гулять! Ладно. И с вами был Бантерфлаг и Мария Новикова, то есть Мульт ТВ. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. И всем пока!